Уже сейчас молодое поколение не представляет своей жизни без гаджетов и интернета. Мы общаемся, совершаем покупки, оплачиваем коммунальные услуги. Забота о своем здоровье теперь тоже доступна в режиме онлайн. Записаться к врачу в любое учреждение Тверской области становится легче. Несколько способов существует записи к врачу. Это через региональный портал Тверской области, называется он mobimed.ru. Для пользования сайтом достаточно пройти несложную процедуру регистрации. Важно обратить внимание, чтобы MobiMed относился именно к Тверскому региону. Найдя в списке Конаковскую больницу, вы можете увидеть всех специалистов и свободное время их приема. Подобный принцип действует и на федеральном портале государственных услуг. Также во всех медицинских учреждениях установлены информаты единой медицинской информационной системы. С их помощью каждый желающий тоже может записаться к специалисту не только нашего города, но и Твери. Преобразование стартовали около 2 лет назад, начали с компьютеризации кабинетов врачей и заполнением единой базы данных. До сих пор эта работа не закончена, поэтому самым популярным все равно остается традиционный метод. Также у нас введено телефонное обращение, можно позвонить в регистратуру и записаться, так называемая предварительная запись, телефон 377-04. Двигаясь вперед за прогрессом, наше здравоохранение опять не учитывает главной проблемы – нехватку кадров. Запись к узкому специалисту, когда он один на весь город, не облегчит даже интернет. Свободное окно найти практически невозможно. Но плюсы все равно есть. Это запись к специалистам в областную больницу. Так или иначе, знание, как получить услугу через интернет, поможет сэкономить и время, и деньги.